Портал «Добродел» набирает все большую популярность. С 2015 года на территории Ленинского района этой своеобразной книгой жалоб пользуется более 12 тысяч человек. Одни из самых активных в городе Видное – жители улицы Завидной. Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с горожанами в неформальной обстановке. С помощью этих обращений жителей мы отрабатываем те вопросы, которые в первую очередь волнуют наших жителей на территории. Поэтому работу мы эту будем продолжать и дальше. Мы будем совершенствовать взаимоотношения между структурами администрации, чтобы эти обращения были в срок исполнены, как минимум, чтобы дальше на перспективу у нас территория комфорта в Ленинском муниципальном районе заходила не только город Видное, но еще в другие наши сельские, городские поселения в составе Ленинского района. На встрече с Валерием Венцелем граждане обсудили планы по благоустройству микрорайона. В большинстве случаев это вопросы там чистоты территории, вопросы парковочных мест. Вот за последний месяц вокруг дома было 4 ДТП. Ну, просто потому что проехать невозможно. То какие-нибудь подрядчики приезжают на газелях, ну, чуть крупнее машина, чем седан, и уже цепляет всех, кто стоит рядом. По итогам обращений жителей и голосованию на сайте администрации уже сформирован адресный перечень благоустройства дворовых территорий на 2019 год. В 13 дворах города Видное установят новые детские и спортивные площадки, скамейки и урны, проведут уличное освещение. Там, где это будет необходимо, сделают озеленение, проложат пешеходные дорожки и, конечно, обустроят удобные парковочные места. Надеемся на наше взаимодействие в дальнейшем. Это поможет нам жизни в этом микрорайоне сделать комфортной, удобной, и чтобы мы с жителями нашими, с нашими соседями всегда были в дружбе, взаимопонимании. Глава Ленинского района заверил граждан, что выполнение работ по благоустройству будет находиться под его личным контролем.